Эй, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ. Сегодня у нас... Какой Князь ТВ? Князь. Просто Князь. Князь! Так, ставь лайк, усаживайся поудобнее. Вот я уселся поудобнее. Сегодня у нас такой выпуск лайтовый. А вроде не лайтовый, не знаю. Короче, из меня человек никакущий в плане накопления средств или же накопления каких-то ресурсов. Так, я надеюсь, ты там чай себе заварил, и не забывай, сегодня еще будет стрим по битве замков. Так что, если что, приходи вечером. Ну, опять же, все зависит от того, когда ты смотришь этот видос. Но в целом, как бы, по вечерам у нас стримы теперь на Ютубе, а по утрам почти каждый день стримы на Твиче. А по вечерам тоже почти каждый день. Вот так вот. Вот так вот, ребятушки. Все ссылки в описании. Вот. Не расслабляемся. Как многие из вас знают, хотя нет, я думаю, что многим из вас дико пофигу, я брал и все это время, ну какое-то определенное время, не все это время, копил пыль. Ну там с донатов, и как бы и когда бесплатно давали, я надеялся, что я возьму, короче, накоплю. Да как накоплю, да как выбью какого-то недостающего героя, да, и вот это вот все. Ну, в конечном итоге я понял, что, ну, терпеть нету смысла, пускай уже ресурсы будут работать, тем более тут поменялись награды. Я думаю, что Леди Божество, ну, должно падать побольше, и мы попытаемся ее, конечно, выбить. Это нереально. Если мы выбьем Леди Божество, то это будет невероятным чудом. Потому что у нас, друзья, ты лайк-то поставь! Поставь лайк, потому что у нас всего лишь 857 единиц пыли. Вот такие дела. Так, и еще, что мы делаем? Мы заходим, куда мы заходим? Мы заходим, посмотрим, у меня там 50 осколков должно быть ее. Да, ровно 50 осколков, не знаю, получится выбить за 150 осколков или нет, но будем пытаться, друзья, а что я сюда захожу? Ладно. Короче, у нас роллинг пыли прям на все деньги. Прям вообще невероятно разрывной видос. Давай, погнали. Жмем. Воу, 5 осколков мастера рун, который мне не падает. Ну и плюс, конечно, вы видите, мне ресурсы нужны. Слушай, а Леди Божество на зло ни разу еще не упала. А ресурсики-то заканчиваются... Воу, механоид выпал, 2 осколка. И ни одной Леди Божество, хотя она самая низкая в списке, она, ну, то есть уже даже Зефирик выпал, она, по идее, должна падать чаще всего. Но, как бы нет. Но нет, давай я даже возьму себе вот так вот передвину, чтобы вам было интереснее смотреть. Так. Ни разу не выпало. А нужно было... Просто, чтобы она 15 раз выпала. Ну, не хочет. Сволочь такая. Ну, нам механоид падает чаще, чем, извини меня, баба эта божественная. Ты где? Ну, ты где? Милая, любимая. Где ж ты ненаглядная? Ну и просто, и назло красные камни падают вместо камней пламени. Третий раз падает механоид Альфа, но ни разу не упала Леди Божество. Не, это реально, это даже никакой надежды. Это просто, это никакой надежды. О, она упала в первый раз. Ребята, аплодисменты. Ставьте видео на паузу и пишите слово аплодисменты раз 10, вот чтобы комментарий засчитался. Она упала, неужели? Ну, как бы, при том, что мы потратили 150 пыли на 10 осколков ее, то можем сделать вывод, что как бы мы ее точно не выбьем. Еще раз упала, то есть мне осталось 130 осколков, ребята. 130 осколков. 130 осколков. 130 осколков. Осколков. Давай я даже... свою рожу сделаю побольше, чтобы вы видели всю грусть и печаль в моих глазах. 130 осколков. О, 120 осколков. Осталось 120 осколков. Так, окей, забираем ништяки.
Дальше. Проверяем на всякий случай. Да, да, я не пропустил ни разу. 120 осколков. 120 осколков. Посмотри, как механоид альфа падает. Ну, конечно, по 2 осколка, но тем не менее, часто. Так, 120 осколков. Леди божество, ну камон. Ну давай, упади. Ну, девочка, а, миленькая. Ну шо ты, а? Механоид альфа падает. Да ты мне сейчас не нужен, хотя, конечно, ты мне нужен, но я на тебя даже не могу надеяться. 110 осколков, друзья, надо. 110 осколков. Вообще, паузу еще раз нажмите и напишите. Лайк перед этим поставив, подписаться, подписавшись и колокольчик долбаните. Ребзя, да, колокольчик очень важно, чтобы не пропускать видосы и стримы. Вы напишите, получится, получится у меня ее выбить или нет. А вдруг, а вдруг, а вдруг вы оптимисты в комментариях? Так. Слушай, тут что-то у нас пошла линия, прям падает мастер рун. Ну, мастера рун там невероятное количество надо пыли, чтобы выбить. Так. Эй! О, еще раз упало. Так, мне где-то 100 осталось. Слушай, ну треть? Слушай, ну в принципе шансы есть, потому что треть мы уже выбили. Нам надо 150, мы выбили 50, выбили 50 за 350 пыли примерно. Сколько у меня там было пыли поначалу? А, хотя нет, шансов нету. Это если пипец как будет вести, да? Да, потому что мы за 350 выбили, а тут у нас 500, ясно. Ну как бы поможет нам чудо, ребята. Самая обидная фигня будет, если у меня получится 190 осколков достать. Леди божества. Давай. Давай. Посмотрите, как падает механоид альфа. Ну, как бы, вот если по 10 осколков он так часто падал, я бы его уже собрал бы. Определенно. Так, и все, леди божество, смотри. Не, это нереально. Можете даже не писать в комментариях. Я ее не выбью. Смотри, механоид альфа падает. Мастер рун падает. Но не леди божество, ребят. Не леди божество. Плакать хочется. Так, окей, сколько у нас осколков? Да, да, надо еще 100 осколков. Надо еще, чтобы она 10 раз упала. Но вы сами видите, что это как бы... Ой, парящий остров перейти, давай. Да, она как бы, знаешь, моментами начала вроде падать. Вроде появились проблески надежды, лучики солнца. Ощущение будущего счастья. А потом бац, и на долгое время она пропала. Вон, посмотрите, уже 150 где-то потратили, да? И вот только сейчас она... Вот 150 пыли потратили, и только сейчас она выпала. Еще 90 осколков. Еще 90 осколков, кавкав. 90 осколков, кавкав. 90 осколков, фиг я, фигушки выбью и я, лё-лё. Придумываю тупорылые песни на ходу. Эй. Эй. Ну это все. Подожди, и все, и больше не падает. Вот хоть усрись. Просто, хоть реально, хоть усрись. Ну, походу, мне реально вы... И по идее, смотри, она последняя в списке, ну, предпоследняя, то есть она должна падать часто. Где логика, не понимаю. Но она не падает, или какая-то троллинг от GG, типа, манипуляция, чтобы мы пошли там пыль тратить. О, сейчас леди божество, типа, выпьем. Ага, выбьем, да, конечно. Разбежались и еще раз выбили. Сколько у меня там, 90 осколков? Да. У меня что-то нет слов, реально. Я как бы... Ну, я такой думаю, ну ладно, там может быть 20 осколков не хватит, там 10 или 30 осколков не хватит. Но тут, конечно, просто... Как бы... Сейчас вполне может быть, что она один раз за все это время выпадет.
И как бы и все. Но нет, а может и вообще не выпадет. Сори, она не выпадает. Просто, ну а зачем? Ну а для чего? Просто, сори, я уже почти все потратил. Она просто, ну, как бы, а зачем падать? Ребят, у нас что? Ну, механоид Альфа, старый герой или Леди Божество? Все, у меня пыль закончилась. И она ни разу не выпала больше. Сейчас пойдем ништяки открывать. Просто посмотрите. Это вообще... Это вот как? Да! Ни разу не выпало! IGG, вы твою мать! Будьте людьми хотя бы, а? Просто... Зачем? Я-то еще надеялся. Думаю, блин, а вдруг вот повезет... И выбью Леди Божество. Повезло так, ёпта, повезло. Прям вообще никогда так не везло, как мне сейчас повезло. Жесть. Просто жесть. Жестокая жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа, зато, смотри, десяточки, да? Ну, как бы такие все выпали, но тем не менее. Почему бы и не да, как говорится. Да уж. Я, если честно, немного в шоке. Я ожидал, что я не выбью, но я не ожидал, что будет все настолько грустно и печально. Просто жесть! Просто несусветная жесть. Несусветная жесть. Слушай, эти камушки хотя бы вот... Хоть этих камушек прибавился, я там кому-то судьбу на стриме прокачаю. Просто подожди, что у меня по камням пламени? Я, конечно, если бы я ее выбил, у меня была бы новая проблема, и она заключалась бы в том, что... В том, что, о боже, где мне взять ресурсы прокачать, ну, в плане прорыва, да? 2800 камней получил. Да, ладно, судите сами, делайте выводы в комментариях. Мне не повезло просто, или как бы это вот такая вот система, и как бы тут уже... Деваться некуда. Пожелаю вам огромнейшей удачи. С меньшего количества пыли выбивайте побольше недостающих героев. Всем пока.